22 листопада, 19 година, прямий ефір на АТВ. Я вітаю наших глядачів. Нагадаємо вам, що 1 листопада в ефірі нашого телеканалу сумський правозахисник Олександр Соколов викликав сумського міського голову Олександра Лисенка на відкриті теледебати. І цю ж пропозицію він повторив 15 листопада на своїй прес-конференції. Отже, окремо підкресливши, що прямий ефір відбудеться в будь-якому разі, навіть якщо міський голова на нього не з'явиться. Отже, сьогодні в студії АТВ Олександр Соколов, правозахисник і представник громадського об'єднання «Сумчани». І, як бачимо, справа від мене порожнє місце, де мав би зараз стояти сумський міський голова Олександр Лисенко. Отже, пане Олександре, я вас вітаю в нашій студії. Вам доведеться годину ефіру працювати разом зі мною без міського голови. Добрий вечір, хоча прикро, бажано було б почути і його думку. Ну, я вообще предлагаю, давайте ему сейчас позвоним, если операторы разрешат, и это не будет помехой проведения прямого эфира. Ну, сейчас без проблем. Потому что все-таки вопросы, которые будут подниматься, я думаю, волнуют каждого сумчанина, и важно услышать все-таки ответы нашего мэра. Так, набираем. Сейчас на громкую связь поставил. О, отлично. Это значит, не все потеряно. Ну, не відповідає. В принципе, может он перезвонит нам. Ну, или можем попробовать чуть позже. Ну, почекаємо, добре, але давайте не втрачати часу і все-таки працювати в ефірі. Отже, громадське об'єднання «Сумчани», в принципі, існує не перший рік, але давайте нагадаємо нашим глядачам, чим саме ви займаєтесь, з якою метою от ви працюєте. Об'єднання «Сумчанин» – це команда сплочена правозахисників. У нас порядка 10 чоловік, які відстоюють інтереси сумчан в судах. Иногда мы афишируем эту деятельность, когда действительно вопросы касаются большого количества жителей города, иногда нет. Но в целом, кроме этого, мы еще занимаемся благоустройством. Ну, понятное дело, что по мере возможности, потому что даже высадить хорошую клумбу цветов – это уже достаточно большие деньги. Поэтому по мере возможности этим занимаемся. Ну, власне, те, що ви говорите, що всі з юридичною освітою, це вже добре, тому що це вже фаховий рівень, правильно? Да, не просто задекларувати щось чи про щось там заявити, ну, скажімо так, просто і без наслідків, а юридична підтримка – це все-таки дуже важливо. Але чому ви все-таки вирішили, хоч і, скажімо, ваша організація має вагу в місті, але чому ви вирішили, що сумський міський голова от візьме і прийде, от прийме вашу пропозицію і прийде дискутувати з вами у прямому ефірі? Ну вот смотрите, на самом деле, может, кто-то уже подзабыл, но ровно год назад были проведены местные выборы, и фаворитом политических этих баталий была команда Лысенко. Прошел год, я думаю, это дебаты, хороший формат, чтобы подвести итоги работы этой команды. Ну, власне, 25 листопада, це рівно рік, правильно? Да, да. Через два дня исполняется ровно год после проведения местных выборов. Ну, ми бачили навесні звіт мера, але на сьогодні, чи бачите ви, що є готовність мера працювати з громадою, розповідати про те, що зроблено, які плани розвитку, власне, у цієї команди? Ну, ви ж бачите, пусте місце перед нами. Другий би мер, я думаю, який заінтересований дійсно в розвитті міста, його благоустройство, він би, мабуть, присутствував при цьому. І ми б дійсно конструктивно поговорили на інтересуючі сумчан питання. Ну, його, к сожалению, нету. Вот. Лично для меня, я могу рассказать, чем для меня запомнился этот год, чтобы было более-менее понятно. Ну, для меня этот год запомнился следующими событиями. Ну, вот смотрите, первое. Уголовное дело о по факту присвоения бюджетных средств при ремонте лифтов. Итог этого всего. Сейчас, на сегодняшний день, на грани остановки более 700 лифтов в нашем городе. Второй момент. Относительно директора коммунального предприятия «Доремстрой» и одновременно депутата Горсовета от партии «Батьковщина» Александра Вегеры составлено несколько протоколов о коррупции. Третий момент. Уволено в этом году было около 30 работников департамента градостроительства и земельных отношений. Я подчеркиваю, незаконно это уже доказано в суде. В том числе сюда входят и участники АТО, и беременные женщины. Итог этого какой? Городу причинен ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.
И снова же таки парализована полностью работа в сфере земли и архитектуры. Следующий момент. Возбуждено уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство троллейбусной линии по улице Прокофьева. Ну и вы сами ощущаете, что в городе творится полный хаос в сфере обслуживания жилья. Ну и самый главный вопрос, который, я думаю, на сегодняшний день волнует абсолютно всех сумчан, это поднятие тарифов. Вот, ну, вот такие вопросы, конечно, и не только эти вопросы. На самом деле, после анонсирования этих дебатов ко мне обратилось очень большое количество людей. Я постарался встретиться с каждым, собрать эти проблемы. Я надеюсь, что хватит времени сегодня в эфире, чтобы все эти вопросы обсудить. Ну, поскольку міського голови немає, то у вас ціла година, щоб все це розповісти. Надеюсь, да, что хватит, потому что он целая пачка вопросов. На вашій прес-конференції ви сказали, що було б бажано, щоб самі сумчани поставили запитання меру, і ми спеціально, готуючись до ефіру, зібрали запитання сумчан, вийшли на вулиці, і люди говорили нам, що їх турбує, бо кожен із нас дивиться у вікно, виходить з під'їзду, користується транспортом, мережею торгівлі, ходить по дорогах, по тротуарах і таке інше. І зараз попрошу режисерів показати нам перше опитування, яке ми зібрали на вулицях міста, саме по комунальних проблемах. Щоб виконував свої обіцянки, які давав своїм виборцям. Я 10 років не ходив на вибори, нікому не вірю. А от коли мера міста вибирали, то я пішов на вибори. Віддав свій голос за Лисенка. Да? Да. Вот, чтобы он выполнил свои обещанки. Куда ни подивись, есть свои проблемы, их треба выполнять. Мэру міста. Ну, по поводу, наверное, тарифов ЖКХ, чтобы как можно были меньше. Что еще? По поводу чистоты, ну, города хотелось бы, чтобы чище был. Волнует, как жители города, это вопрос работы лифтов. Двор не нравится. Так же само, как и многим нашим жителям. Конечно же, я попросил там ребят, которые занимаются этим благоустройством, чтобы на будущее 2017 год включили план реконструкции дворов. Конечно, это было бы очень здорово. Мэр наш делает очень много хороших дел, но сразу все невозможно охватить. Поэтому я думаю, что дойдет черед и до нас. Там у меня нема никаких до него питань. Яке питання? Почему у нас такі дороги, тротуари, що невозможно ходити вечером, можна ноги поламати? Вот это в першу очередь надо делать. Проблема дороги. Там на базарі не пройти. Яма на ямі. І світ горить круглосуточно. Ми ж за світ платимо. Оказується, ж з нас, мабуть, раз не дивляться, що світ кругом горить. Роботи не вистачає. Мені 40 років, а мені говорять, я вже не нужен на роботі. Дороги. Чтобы он делал дороги. И тарифы. А кто у нас мэр? Лисенко. Лисенко. Так само же Лисенко. Хай ремонт, кровкеті квартиры, крыши не текли. Хай ремонты роблят этому людям, пенсионерам несчастным. Мэру міста, яке питання задав би. Ну, щоб він, от, допустим, в районі ринку, там дорогу з плиткою виложили. Тому що по дворах плитку викладають, це добре, а там, де тисячі людей проходять і ноги ламають, оце саме головне. Ви знаєте, скільки накопилось питань, що душа болить, кажуть, а серце плаче. Дороги он у нашому дворі, вожу маленького в садик, колдоби не такі, коло 9-ї школи і ось садик 6-й. Невозможно ж пройти. Дитина йде, ми йдемо всі в грязі. Коли ж це, хоч би трошки поремонтували дороги ці. Проблем дуже багато. Починаючи з дороги, інфраструктури, наприклад, ось район, який застроюється. Адже по всіх планах інфраструктури тут не вистачить на цей мікрорайон по тій густині заселення, які вони плануються. Через це, ну, це повинно вирішувати міська рада і сумський голова якраз, що в принципі не вирішується. Желательно, чтобы город наш чище был. Во дворе мы сами убираем, дворники не работают. Тротуары. Что с ними не так? А где они так? У нас даже на центральных улицах их нет. Так, ладно, все. Так что пройдите дальше по Харьковской, и там его нема. Мы в СББ, угу. Вот.
так нормально все работает. По городу нас только волнует в одном случае, вот сделали вот спуск, вот там, знаете, вот эти, да, возле гостиницы Украины, и нет. Ну а посыпать, да, так что скользко до того было, что посыпать не посыпают. А не буду же все время так захвататься за эти поручни и подтягиваться. Мэр нас устраивает. Хоть что-то в городе стало делаться. Дороги делают, коммуникации делают, дворы. Садики все поделали, отменили детские платежи. Прекрасно. За питание платим и все. Все нас в мэре устраивает. Дорогу, в первую очередь. Кварплата, дворі грязно, в під'їзді, дверей нема в нас у під'їзді, одні пенсіонери живуть і інваліди. От Харківська, 14, скільки раз ходили в ЖЕК, вони то денег немає, то ще ж ним. Бомжи пісяють до 4-го етажа, страшно, можете зайти подивитися, що там діляється. А от чи хіба ж так можна? А от страшне. Зимою сніг серед дороги відкинуть, а бордюри в маршрутку або в тролейбус не сядеш. Коли на СКД-12 зроблять нормальний двор, там по колено ями. Везде вокруг все зробили, все красиво, культурно. А СКД-12 – самый большой дом из 8 подъездов, по колено яма, не зайти, не проехать. Такой бы вопрос и задал бы господину мэру. У нас крыша течет уже больше 10 лет. Проулок Баумана, 14, второй подъезд. Мы уже неоднократно приглашали комиссии и обращались непосредственно к Лысенко письменно, министерство ЖКХ, но это все бесполезно. Вот я бы хотела спросить, когда нас поставят на очередь? И нельзя, когда два подъезда аварийные, один отремонтировать, один оставить в покое. Спасибо. У нас трещины идут насквозь. Зимой вот какое тепло. У нас в квартире больше 17 градусов не бывает. Стены сырые, обои отклеиваются. Грибок – это тихий ужас. И больше 10 лет мы страдаем с крышей. Ну, хочу вибачитись перед нашими глядачами. Поки ви телефонували меру, я трошки забула вас представити. Попрошу режисерів вивести нам прес-досьє для знайомства з нашим гостем. Олександр Соколов, 30 років, народився у місті Суми, освіта вища. З відзнакою закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, кваліфікація юрист. За другою вищою освітою – магістр фінансів. З 2008 року після завершення навчального закладу розпочав займатися підприємницькою діяльністю у сфері надання правових консультаційних послуг населенню. Спеціалізація – цивільні, господарські та адміністративні справи. З квітня 2015-го займається приватною адвокатською діяльністю. У лютому 2015 року обраний головою експертної громадської комісії з питань контролю за використанням об'єктів комунальної власності та приватизацією при Сумській міській раді. Безпартійний координатор громадського об'єднання «Сумчани». Я дякую нашим режисерам. І тепер ми повертаємось до того, що говорили люди. От вже люди говорять прямо, що в Сумах колапс комунальних служб. Але, напевне, катастрофа всієї країни, Сум в тому числі, це нові тарифи на житлово-комунальні послуги. Ви, як людина, що 8 років займаєтесь юридичною практикою і спеціалізуєтесь в тому числі на таких питаннях, як ви можете сказати, от як ми опинились в цій тарифній пастці, от Суми, зокрема, і чи повинна, і чи впливає реально мерія на формування комунальних тарифів? Ну, знаете, вот я же тоже, как и все жители города, смотрю ежедневно новости, читаю газеты, и одна закономерность. Последняя неделя вот уже, да, и мэр почему-то выходит на экран и всем рассказывает, оправдывается, что он никакого отношения не имеет к формированию тарифа. И вообще это не он, а это все в Киеве, кто-то там, Гройсман, НКРЕ. Но я вам ответственно заявляю, это все вранье. И сейчас мы все это увидим, чтобы не быть голословным, на определенных фактах, доказательствах. Ну, во-первых, смотрите, перед тем, как идти на эфир, я сделал распечатку с официального сайта Юлии Тимошенко, главы партии «Батьковщина», членом которой также является Лысенко Александр Николаевич. Сделал распечатку с официального сайта самой партии «Батьковщина». И сейчас я вам процитирую и покажу. Вот, кстати, это распечатка.
Значит, что говорит нам Юлія Тимошенко? Міські голови, місцеві депутати не тільки мають право, але й зобов'язані впливати на формування тарифів. Зокрема, вони затверджують норми споживання та контролюють якість житлово-комунальних послуг, контролюють також їх дотримання, забезпечують прозорість формування тарифів і контролюють безпосередньо підприємства, які надають такі послуги. Так, може, Олександр Миколаївич не читав цієї директиви? Та у мене взагалі складається впечатлення, як будто він саботує повністю вектор партії. Тобто, якщо Юлія Тимошенко бореться з тарифами, везде вона там і в суд обращається, то в нашому місті все відбувається з точністю до наоборот. Тобто, мер не тільки не бореться з тарифами, він їх ще іскусственним способом завищає. Второй пример. Вот, прошу операторов поставить видеозасідання. Да, ми маємо відео засідання Національної комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг, НКРЄ так зване. Будь ласка, покажіть нам це відео на екран. Комісія отримала листи підтримки від Мінрегіонбуду та ряду органів місцевого самоврядування. У той же час маємо приклад некомпетентних пропозицій. До комісії надійшов лист від міського голови міста Суми з проханням зобов'язати ТОВ «Суми Теплоенерго» виконати розрахунок питомих норм на опалення на рівні 0,148 гігакалорії за квадратний метр опалювальної площі. Таким чином, мабуть, він хоче сказати, що наче не впливає на підприємство і на формування тарифів. На цьому ж слайді представлений офіційний документ з печаткою Сумської міської ради з затвердженим більш високим показником питомої норми на опалення, а саме на рівні 0,171 гігакалорія на квадратний метр опалювальної площі. Тобто органи місцевої влади мають повноваження щодо затвердження питомих норм на опалення. Хотів би зупинитися. Це виходить, що міський голова Суми вирішив в передостанній день подати лист, але він так не фахово підготовлений. Він каже, що хоче зобов'язати підприємство щось зробити, начебто він на нього не має вплив. При тому його ж документ спочатку свідчить про те, що він затвердив більш високий рівень питомих витрат. Ну, тут якісь є роздвоєння особистості цього мера, або він не впливає на свою власну міську раду і адміністрацію, чи він, мабуть, з політичних якихось мотивів написав цей лист. Ну, ми бачимо, що представники НКРЄ, ну, члени цієї комісії, фактично звинуватили міського голову в некомпетентності. Ну, а може він і не зобов'язаний знати, ну, таких деталей? Може, ну, якщо ви, от правозахисник, юрист, якось володієте цими питаннями, то хіба не мав керівник юридичного управління міської ради вказати меру, що щось не так? Або, може, фахівці з цих же самих громадських комісій? Ну, чесно говоря, для людей, які в темі, для них то, что мы сейчас увидели, это, честно, мне даже стыдно, что у нас такой мэр. Я представляю, как было стыдно Юлии Тимошенко, которая присутствовала на этом заседании. Ну, сейчас вкратце я попытаюсь жителям города объяснить, что же там все-таки происходило. Ну, власне, вот. Розповідають, що, ну, в структурі тарифу найбільші проблеми – це вартість газу, це інвестиційна складова. Ну, добре, розповідайте ви. Да. В структуру тарифу входить так називаємо норма потребління тепла. Эта норма потребления тепла согласовывается и утверждается в Сумах местной властью. И что бы вы думали, наш мэр, уважаемый, отправил туда завышенные нормы потребления газа, на уровне установив 0,171 гигакалория на квадратный метр. И потом он понимает, что придет зима, вот как сейчас, люди получат первые платежки, и, естественно, люди будут искать ответственное лицо за все эти проделки. И он, чтобы себя как-то перестраховать, снять с себя ответственность, направляет просто оформленное в произвольной форме письмо на НКРЕ и говорит, что вы вот те расчеты, которые мы тут утвердили, не берите во внимание, это не столь важно. Вы лучше, как НКРЕ, окажите влияние на СУП «Теплоэнерго», пусть они эту норму потребления снизят. А НКРЕ ему отвечает: слушай, дорогой мэр, это же твои полностью полномочия.
Это ты должен как раз утвердить, если считаешь необоснованными ранее принятые тобой нормы потребления, утвердить новые. Вот. И получается, что уже он отправил туда нормы потребления, завышенные на 15%. И эти завышенные 15% вы уже сегодня платите суммы теплоэнерго. Следующий интересный тоже элемент этого тарифа. Да? Вот я даже нарисовал такую диаграммку, структура тарифа. 30% от общей структуры тарифа занимают эксплуатационные затраты, затраты, которые идут на погашение заработной платы, и так называемая инвестиционная программа. Что такое инвестиционная программа? Это прежде всего затраты, которые должны быть направлены на модернизацию ТЭЦ и теплосетей. Вот с точки зрения здравого смысла и логики, если инвестиционная программа на 2016 год предусматривается, то когда эта инвестиционная программа должна приниматься? Ну, с точки зрения логики, она должна приниматься максимум, ну, максимум в конце 2015-го хотя бы. А знаете, когда она у нас принимается? Она у нас принимается в конце июня 2016 года. Вот это решение. Фактически времени не остается. Так самое интересное, меня больше волнует, заседание НКРЕ, которое вы просмотрели, было 9 июня. А какие же тогда затраты по инвестиционной программе были направлены в НКРЕ? Выходит, что недостоверные. И выходит, что эти затраты, которые были направлены в НКРЕ, еще не были утверждены на тот момент местной властью. Но не это самое страшное. Самое страшное другое, что инвестиционные затраты они утвердили. Утвердили в конце, как я говорю, июня месяца. Ну, все мы понимаем, что это все бюрократическая машина, пока она запустится, пока выделят деньги, пока закупят необходимое там оборудование и так далее, ну, пройдет еще, наверное, месяц. И выходит, что на всю модернизацию у нас остается август, сентябрь и половина октября. Как вы думаете, что можно модернизировать за 2,5 месяца? Да практически ничего нельзя модернизировать, потому что с 15 октября, вы же знаете, начинается новый отопительный сезон. И что делать, если предусмотренные и оплаченные уже вами в тарифе деньги на отопление не были в полном объеме направлены на модернизацию сетей? С точки зрения логики и какой-то моральности, да, вопроса, местная власть должна требовать пересчета этого тарифа. Но она этого не делает. И я думаю, что она как раз получает очень хорошие бонусы с той суммы, которая не пошла на модернизацию. Ну, просто в народе это, знаете, говорят, получить откат. Но я не исключаю такого варианта, что именно местная власть ничего не делает в этом вопросе, потому что действительно получает так называемые откаты. Ну, пане Олександре, а дозвольте мені репліку. Міський голова і його команда, але є ще Сумська міська рада. Вона якось може впливати на цей процес, на дії мера, затверджувати якісь його дії? Ну, знаєте, от... І ці ж самі цифри, вони обговорюються в депутатському корпусі? Ну, вроде бы, как люди прийшли что-то менять, да? Сидят большое количество депутатов, больше 40. Вроде бы, есть и молодые люди. Ну, дальше, чем сессионный зал, вот пойти там в суд, оспорить что-нибудь, никто же не ходит. Всегда почему-то этим занимаются общественные активисты. А что, зачем они идут во власть, что они там собираются такого делать нового, непонятно. Вот, в частности, вы же помните, я выходил 26 октября на сессию и поднимал вопрос, что не нужно имитировать деятельность. Вот, там обращаться, ну, эти бестолковые обращения там, в НКРЕ, в Кабмин, что просим снизить тарифы. Это никто эти письма, как правило, вообще не читает. Более того, они же этим решением, которое принял Горсовет, обязали начальника правового управления Чайченко подготовить иск и оспорить эти завышенные тарифы. Ну, прежде чем идти на передачу, я сделал запрос в мэрию. Так предоставьте мне, пожалуйста, иск
который подготовил Чайченко, и расскажите, когда он его подал в суд. Вот ответ. А иска нету. И в суд никто не обращался. А, якась мотивація, обґрунтування, чому ні? Немає? Никакой. Просто запитувана вам інформація відсутня. І немає можливості її надати. Тобто ніхто цим вопросом, даже, як говориться, не переймається. Це тільки жителі міста чому-то повинні страдати і вірити тим обіцянням, які постійно звучать з екранів телевізорів і з газет. Ну, а якщо ми обговорили питання тарифів на теплопостачання, то ще є тарифи на житлово-комунальні послуги, на обслуговування будинків. Чи є в Сумах ця програма з покращення якості надання послуг? Тому що люди багато нарікають, що немає взагалі ніякої роботи, а кошти ж вони сплачують. Ну, всі ви знаєте, що дійсно раніше обслуговуванням жилья займалося комунальне підприємство «Сумажилье». Ну, в простонародье называют сумму жилья. Я с ними полностью согласен, что это ну, ничего хорошего от этого предприятия городу пользы никакой не принесло. Хотя местная власть, учитывая, что это коммунальное предприятие, может повысить качество предоставляемых ими услуг. Что делает команда Лысенко, придя к власти? Вместо того, чтобы настроить работу этого предприятия, полностью контролировать расходование средств, улучшать качество предоставляемых услуг. Они ничего не придумали лучше, как завести на рынок частные ЖЭКи. Я не исключаю даже тот момент, что за этими всеми частными ЖЭКами снова стоят чиновники городской власти. Не исключаю этого, потому что, ну, во-первых, они заводили эти ЖЭКи не по процедуре, установленной законодательством. И это тоже не голословные слова. Вот могу вам показать решение суда. Сумчане наши активные обращались в суд и оспорили такой ЖЭК, утверждение такого ЖЭКа, как Домком. Он обслуживает Ливаневского, Супруна, Горького. Да, Горького. Вот люди, вы знаете, что этот ЖЭК на сегодняшний день с вас не имеет права требовать ни копейки денег. А пояснить чему? Не платите им вообще. И, кстати, пользуясь случаем, извиняюсь, хотел бы обратиться к правоохранительным органам. Проверьте обязательно деятельность этого ЖЭКа. На каком основании они собирают с людей на сегодняшний день деньги и тем более получают с бюджета компенсации за субсидии? Ну, якщо зараз люди не будуть платити, то їм припинять нараховувати субсидії. Поясніть, чому цей ЖЕК незаконний? Потому что в период с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года местная власть без согласия жильцов дома не могла навязывать какие бы то ни было ЖЭКи. Хоть это коммунальные предприятия, хоть это частные, не имела права. Это установлено судом. Я помню, сами могли обирати собі управителя будинків, так? Тобто могли відмовитись від ЖЕКів. Ну, і саме там, в цей період він був створений, цей ЖЕК, так? Я зрозумів. Да, ну, если не вдаваться в подробности, то примерно так. Ну вот, ладно, хорошо, завели эти частные ЖЭКи, увеличили к тому же тариф на 60%. Тобто була у суми житла гривня 49. 49, да, тут уже говорили, що цього не вистачає, підняли ціни саме з мотивацією, що треба покращити якість обслуговування житла. Да. І виникає вопрос. Люди, а ви почувствовали какое-то улучшение? Может, придомовую територію стали лучше убирати? Конечно же, нет. Если откровенно говорить. Ну, а вы должны понимать, что все равно полная ответственность за происходящее в городе возложена на команду Лысенко. Вот давайте посмотрим еще один сюжет по этому поводу. Да, виконком, до речі, затверджує тариф, и зараз просимо маленьке відео з виконкому нам показати. Тільки перший заступник у нас від партії «Батьківщина». Всі інші нові... Виконком повністю наш. Ну, дуже коротко, але промовисто. Виконком наш. Да, это, кстати, сразу оговорюсь, видео, снятое скрытой камерой на основании разрешения суда правоохранительными органами. То есть это видео является доказательством в уголовном деле в отношении Войтенко возбужденного. Это первый заместитель. И, собственно, на видео мы увидели кадры из его кабинета, где нам в глаза
городской глава, рассказывает, что у них там вообще ни в команде батькивщинцев нету, а Войтенко, значит, рассказывает, что наши там все, все наши подконтрольные. Так раз ваши все подконтрольные, так работу надо делать и как-то улучшать жизнь в городе. Вы же посмотрите, Сумы на сегодняшний день по рейтингам областных центров на 22-м месте. На последнем месте. Это был рейтинг журналу «Фокус» да, наприкінці жовтня. Да. Де ми на 22-му місці. А ще три года назад ми були на 16-му місці. Ну, о чому це говорить? От недавно був в Полтаві. Чесно, я навіть не ожидав, що Полтава намного лучше, ніж Суми, розвивається. Ну, як-то ж там вміють депутати працювати, місцева влада. Чому у нас такого не наблюдається? Ну, до речі, та заява про ЖЕК, що ви оприлюднили, власне, оприлюднення у ЗМІ якоїсь інформації правопорушення вже дає право правоохоронцям ну, почати перевірку по цих фактах. Тому, очевидно, наші правоохоронці мають зреагувати на вашу заяву. Але, пане Олександре, я ще хочу запитати про тарифи. От нам говорять, що вони повинні бути реальні, економічно обґрунтовані. Для цього, певно ж, треба, щоб кожен будинок ну, мав, скажімо, ну як, паспорт свій чи що, тому що начебто вони всі однакові, але в кожному будинку свої особливості, своя, скажімо, тепловтрата, свої якісь там модернізації вже відбулися. Але тариф нараховується фактично однаковий для всіх будинків. Ну, мається на увазі для 9-поверхових, для малоповерхових, для 5-поверхівок, для 14-поверхівок. Але не може бути тариф уніфікований, як правильно розумію. І має, якщо я не помиляюсь, до 1 листопада департамент інфраструктури мав ці паспорти підготувати. От є у вас інформація, оскільки ви член громадської комісії, чи є у вас інформація, що такі паспорти вже є технічні на будинки? Да, дійсно, ви праві, що согласно закону про житлово-комунальні послуги, тариф формується в зависимості від благоустройства конкретного дому. Що відбувається у нас? У нас тариф формується на основі от таких бумажок. Іначе я називати це не можу, це не документ. В моем понимании, это обычная бумажка. Называется акт характеристики придомовой территории. Подписал майстер, наверное, ЖЭКа, и представитель суммы жилья. Да? Вот. И здесь какая-то приведена таблица с указанием общих площадей и придомовой территории, и дома. Вот скажите, что мешает им вписать сюда лишние 500 квадратов, 1000 квадратов, а это же все влияет на стоимость тарифа. А теперь я покажу, как так, должна... чекайте, цей же ж документ мав готувати якийсь, ну, скажімо, орган, який має всю інформацію про те, які будинки, що там з ними. Да, это подготовили це... обычные частные ЖЭКи. Скажите, вот они подготовят аргументированный тариф в ущерб себе? Они туда заложат. А хіба не БТИ має робити ці паспорти? У них же вся інформація. Ну вот, да, продолжаю, смотрите. Мы, как общественное объединение «Сумчане», вынудили их разработать техпаспорта. После того, как обратились в суд, сразу они резко начали проводить тендера, там, заказывать разработку этих паспортов. Ну и тут же ж нас обворовали. Ну вы просто посмотрите. Вместо того, чтобы поручить разработку технических паспортов профильному коммунальному предприятию, которым является БТИ, они перечислили с бюджета 1,3 миллиона гривен частной структуре. Только разница лишь в том, что в БТИ это бы нам сделали бесплатно и быстро, потому что там работает 15 человек. А в этой частной структуре за 1,3 миллиона и работает 2 человека. Ну, утвердили, хорошо, провели они тендер, утвердили, по-моему, в начале сентября победителя, эту частную фирму. И скажите, вот за 2 месяца они способны, 2 человека, обойти все 300 домов и составить, вот, заполнить все вот эти таблицы. Я распечатал лишь один листочек, таких листков от третьего формата, еще 4. А здесь очень много показателей. Здесь и износ, здесь и этажность, и так далее, и так далее. То есть в зависимости от вот этих данных и должен был формироваться тариф. И в зависимости от этих данных он и являлся бы экономически аргументированным. Чего не скажешь об вот этих бумаженцах.
Ну, власне, який висновок ми можемо зробити з цих от таких, скажімо, тарифних підтасовок чи порушень, чи я навіть не знаю, як сказати, що має зробити громада, що має зробити мер, щоб не було таких от, знаєте, неприємних ситуацій, коли от ми говоримо про такі речі? Ну, прежде всего, мы должны добить этот вопрос и заставить городскую власть обратиться в суд и оспорить тарифы НКРЕ. Второй момент. Власть должна немедленно просто создать комиссии по проверке этих ЖЭКов и предоставлению качества ими услуг. Соответственно, если они эти услуги не предоставляют, разорвать в добровольном порядке с ними эти договора. Или обратиться тоже в суд с целью это сделать. Ну и самое главное, это немедленно сделать пересчет тех тарифов, которые сделаны на основании вот этих бумажек. Это первоочередные задачи, которые нужно требовать, и мы это будем начинать, и делаем, и будем продолжать. Это беспрерывная работа наша. Добре, ну а у нас не менше конфліктне питання – це тарифи на проїзд у міському транспорті. От, власне, те ж саме опитування ми зробили по транспорту. Давайте послухаємо, що говорять люди про, власне, стан наших зупинок, про рух транспорту, про графіки і таке інше. Будь ласка. От там у центрі, де Макдональдс, немає вже півгода остановка, ні присісти, ні дощу сховатися, нема нічого. І нікому не потрібно. Щоб на Барановку ходив нормально 62-й автобус. Більше я нічого йому не скажу, тому що другого він нічого не зробить. На всіх остановках це такий бардак. Ні урн нету, ніхто не вбирає. Коли буде проведений термін, додатково будуть закуплені тролейбуси. Транспорт, проблеми транспорту в нашому місті актуальні завжди. Лично мене цікавить питання по транспортній системі міста. Є ли взагалі якесь стратегічне планування цього питання? Тому що складається таке впечатлення, що просто відбувається якась імітація діяльності в то час, як єдиними бенефіціарами такого положення речей являються владельці от цих от жовтих чудо-автомобілів. З чим би ви звернулись до міського голови? Проблеми. От дивіться, проблема. Перший сніг випав. Ніде нічого не чищено. На остановках люди падають, ноги ламають, руки і так далі, і тому подобне. Лицо города – це мер. От і все лицо. Більше нічого не скажу. Просто-напросто уділяти внимание треба більше. Тротуари, щоб порядок приводили. Уже от в некоторых містах є, а в нас там, от я на Троїцькій живу, звісно, печально. І маршрутки – це така проблема. Вечером с вокзала, от приезжая из Киева, допустим, уже немає ніякого транспорта. Проїзд в маршрутках дорогий. Ну от зараз ми їздимо по 3 гривні, зараз, ну по черзі будемо по тарифам, а потім по якості стану зупинок. Зараз ми їздимо по 3 гривні, перш ніж ця ціна встановилась, сумчани пережили кілька страйків, перевізників і ходили пішки, ви пам'ятаєте. Була дуже велика дискусія, робили розрахунки, але все-таки нам наполягли, що 3 гривні – це якраз та обґрунтована ціна. От що ви можете сказати з цього приводу? Ну, давайте снова-таки вернемся в историю и вспомним, что было 2 года назад, когда повышали этот тариф до 3 гривен. Ну, тогда же сама власть инициировала проведение измерения пассажиропотока и поручила это сделать специалистам из СУМДУ. Специалисты сделали пассажиропотоки и пришли к выводу, что рентабельность перевозки составляет 1,06 гривны. Несмотря на это, каким-то непонятным образом власть подняла тариф до 3 гривен. Я предлагаю сейчас еще один сюжет посмотреть, видео, очень интересно. У нас есть видео, как вышла эта цена 3 гривни. Будь ласка, еще один материал на экран покажите нам. Что сейчас можно вот эти все заслуги, что мы там бодался, боролся, он сейчас зарубит вот этим одним пересчетом, который реально надо показывать, да? Показывать нельзя. Показывать нельзя. Николы, мы на 3 гривни не пойдем, какие бы разрахунки не были. А что делать? Первым этапом, я считаю, надо проголосовать 2,50 и вторым выходить. На 3 гривні. Ну, от 3 гривні і все. І як ми можемо говорити тоді про розвиток комунального транспорту? Адже відверто сумчани говорять про те, що в Сумах існує потужне маршруточне лобі, і нікому не цікаво, власне, заводити комунальний транспорт і втрачати пасажирів. Ну, от смотрите, знову-таки, не буду голословним, все дуже просто. Кожен ход міської влади я записую.
На прошедших выборах. Вот у меня в руках программа, с которой выиграла эти выборы партия «Батьковщина» и, в частности, Александр Николаевич. Я вам прочитаю. Он обещал нам будівництво тролейбусної лінії по вулиці Прокоф'єва, щорічне придбання по 10 тролейбусів та 5 автобусів. Вопрос. Сколько автобусов и сколько тролейбусов приобрели в этом году? Ответ – ноль. Ну, от ми бачили ще, скажімо, зовсім недавно, як мер отримували автобуси і тролейбуси, і мер говорив про те, що будуть закуповуватись нові, але ми бачимо, що зриваються тендери, і, власне, транспорту зараз ми не маємо нового, так? Ну, да. Хоча потреба дійсно є. Знаєте, що можна ожидати від чоловіка, який раніше займався маршруточним бізнесом? От, знову ж таки, декларація городського глави. Считаємо. Газелей. Раз, два, три, чотири. Четыре газели, четыре руты и некий автомобиль БАЗ. Я даже его, честно говоря, распечатал, но, наверное, сейчас так быстро не найду, чтобы вам его продемонстрировать. Паперів дуже багато. Да, а вот, вот, кстати. Вот так выглядит БАЗ. Наверное, очень комфортный автомобиль. Не так ли, Александр Николаевич? Ну и самый главный вопрос. А раз у него в декларации остались маршрутки, а все мы знаем, что, будучи человеком во власти, нельзя заниматься бизнесом. То неужели эти маршрутки, ну, очевидно, это у него в гараже пылятся? Да, я думаю, что этот бизнес просто ушел в тень. А нам рассказывают, что будет развиваться коммунальный транспорт, будут закупаться автобусы, троллейбусы. Так кому это выгодно? Прежде всего, не выгодно самой же власти. Ще от люди говорили про те, що дуже погано прибираються зупинки. Це дійсно так. Якщо дороги у нас прочищаються добре, то після снігу з зупинки в транспорт зайти дуже важко. І ми пам'ятаємо, як минулого року загинула, вірніше цього року, навесні загинула дівчина. Саме тому, що була зупинка не облаштована. Так, це теж важлива проблема. Якісь є подвіжки в цьому плані? Подвіжок ніяких нету, я вам чесно скажу. От самі головні виновники, вони сидять в високих кабінетах, їх навіть совість не мучає. Представте, ну, казалось би, після такого трагічного случая, ну, нужно же, ну, что-то хотя бы сделать. Правоохранительная система їм неоднократно направляла письма о том, что проведите паспортизацию всех остановок, определите уполномоченных лиц и закрепите их за каждой остановкой, чтобы они убирали и в летний период, и в зимний период. Ну вот зачем далеко ходить? Прошел первый снег. Вот, ну вы же видите, что ну, практически 98, наверное, процентов всех остановок никто даже не убирал. Ну они снова рискуют жизнью сумчан. Снова они что ли хотят, чтобы еще кто-то погиб? Я вот не могу понять, на что это направлено. Ну, снова ж таки, вот, пользуясь моментом, ко мне обратились жители улицы Добровольной. Ну, маршрутка после 7 вечера, маршрутка 9, с их слов, она не ходит вообще. Но это проблема отдаленных микрорайонов. Да, это микрорайон, чтобы вы понимали, с населением 5500. Это частный сектор. Чтобы обычному пожилому человеку сесть в маршрутку и куда-то доехать в ночное время, ей надо этому пожилому человеку выйти на центральную улицу. А это идти, наверное, там километр-полтора по колдобинам, по темным переулкам, снова же таки рисковать жизнью. Никто из местной власти вообще не озабочен этим вопросом. Так, ну пришвидшуємось, давайте говорити про ще одну проблему, суперпроблему, я вважаю, це сумські ліфти, бо вже тривалий час іде розмова про те, що 700 ліфтів вже відпрацювали свій ресурс і взагалі мають бути зупинені, тому що це прямо залежить безпека людей від їх роботи, тому що ну, все може статись, якщо кабінка вже стара. Чи володіє міська влада ситуацією по ліфтах і чи щось робить? Тому що я знаю, що мали виділятись кошти. Ну, і, здається, не так багато, щоб зробити ліфти, а ми ж знаємо, що бюджет розвитку у нас збільшений останні два роки. Так, да, от то, о чому не любить говорити, це власть. Ще лет, ну, года 3-4 назад бюджет розвитку составляв каких-то там 30 мільйонів. Зараз бюджет розвитку составляє 400-450, іноді 500 мільйонів. Тобто за два роки, фактично, ну, округлим, ладно, там, со всеми погрешностями, бюджет развития составил 700 миллионов гривен. Вот скажите, неужели не нашлись деньги с этих 700 миллионов, чтобы выделить и сделать лифты?
Наверное, власть не заинтересована. Вот на последней аппаратке городского главы у директора департамента инфраструктуры Яременко спросили, а сколько всего денег потребуется, чтобы отремонтировать все лифты? Он с уверенностью произнес 90 миллионов. Вот просто сравните, 90 миллионов цена вопроса, при том, что у нас в городе 700 миллионов было. І, власне, ми не побачили ніяких нових об'єктів, на які б могли піти ці гроші, да? Тобто, реально є ресурс фінансовий досить потужний. Да, я вам так скажу, у мене знову ж таки створюється таке впечатлення, що власті легче, знаєте, там євродвори где-то зробити. То, що можна побыстрее зробити, на чому можна побыстрее украсти. А от рішати глобальні якісь проблеми в місті, будь-то з ліфтами, там, будь-то с чисткой реки Сумка, на которой я хотел бы тоже вопрос очень важный остановиться. Будь то строительство амбулатории по на улице Добровольной, да. Люди два года обращаются к власти, им все обещают, даже говорят, мы уже и деньги даже выделили. Но почему-то никто ничего не строит. А куда что-то деньги деваются? Тоже вопрос. Ну, а от, до речі, боротьба з корупцією, це також, ну, скажімо, декларації влади, яка прийшла на, скажімо, нових віяннях і нових бажаннях людей. Система Прозора введена для того, щоб корупційні оці, скажімо, дії мінімізувати. Наскільки система Прозора дійсно працює в Сумах? Якщо взяти ті ж закупівлі, ті ж, скажімо, роботи от по каналізації там, і по тих же євродворах, по закупівлі плитки. Ну, знову таки, дуже багато вопросів к городскому главе, ну, на сегодняшний день это как пустое место, судя по всему. Ну, для начала я объясню сумчанам, что такое система Прозора, потому что многие слышали, даже среди знакомых я спрашиваю, ты слышал, что такое Прозора? То что-то слышал, но я не понимаю, в чем суть. А суть заключается в следующем. Это своего рода программа, которая позволяет минимизировать коррупционную составляющую при закупках товаров, работы и услуг за бюджетные деньги, тем самым снизив максимально стоимость таких товаров и услуг. Ну, казалось бы, если это экономит бюджетные деньги, то почему нельзя использовать эту программу? Нет же, и тут местные власти что-то мешает. Вот не нравится им эта программа. Конечно, не нравится. Ну, власне, є якісь рамки, про яких застосовується система Прозора. Це, да, там є определенные пороги, свыше которых обязательно нужно использовать эту систему. Ну, согласно законодательству, это 200 тысяч для товаров и для работ свыше 1,5 миллионов. Ну, и они уже и это научились обходить. Вот яркий пример. То есть, к примеру, желание приобрести на 5 миллионов товар. Они просто разбивают на несколько договоров, дробят эту сумму. Таким образом обходят эту систему Прозора. А почему обходят? Вот вам яркий пример. В моих руках договор между исполкомом и таким предприятием IT Solutions, ну, частной структурой. Исполком закупал компьютерное оборудование. Я открыл просто спецификацию в этом договоре и посмотрел, что же они закупают. Ну, просто сравнил один компьютер и стоимость его, предусмотренную договором, со стоимостью, которая указана в интернете. Завышение идет только одной единицы на 15-20 тысяч гривен. Только с одной единицы, а их тут несколько закупается. Куда эта разница идет, где оседает? Снова ж таки, наверное, в карманах чиновников. Конечно, им невыгодно использовать эту программу. Конечно, они будут всячески обходить ее, потому что им нравится закупать по завышенным ценам все. А потом оказывается, что не хватает, видите ли, денег. Пане Олександре, у нас десь хвилин 5 залишається до кінця ефіру. Я ще хотіла запитати вас. Ви на прес-конференції презентували електронну пошту, на яку обіцяли приймати звернення сумчан про ті проблеми, які їх турбують. Правда, Суми, собака.укр.нет. Які звернення надійшли, з чим звертаються люди? Ну, вот очень глобальная проблема, на самом деле, никто ее не поднимает и не собирается, я так понимаю, решать. Это район 30-го квартала, сюда входят улицы Лепеховская, Нижнелепеховская, Нахимова. Дело в том, что рядом протекает речка Сумка. Никто же у нас не озабочен экологией, никто не поддерживает должным образом состояние санитарное и прибрежной территории. Никто не чистит эти речки. Соответственно, они заболачивают. Но в центре места ситуация просто катастрофичная. Да. Вот. И
уровень грунтовых вод, соответственно, поднимается, и у людей полностью в домах под завязку уже подвалы заполнены водой. Если власть ничего не будет делать в ближайшее время, ну просто люди, это более 100 домов, наверное, вынуждены будут покинуть свои дома, и я не знаю, к чему это приведет. Это и к социальным волнениям может привести, а тем более через несколько лет может привести и к катастрофе экологической. Но я понимаю, что к Лысенко уже нет смысла обращаться, поэтому я обращаюсь прежде всего к нашему губернатору Николаю Алексеевичу Клочку. Я вот завтра вам подам, обязательно распишу все обстоятельства этого дела. Я вас очень прошу от имени этих всех жильцов организовать в срочном порядке круглый стол какой-нибудь, да, пригласить необходимых специалистов. Кстати, все выводы уже специалистов у нас есть в этой папке, я все вам отсниму. И как-то вынудить все-таки городскую власть найти эти деньги и разработать хотя бы проекты. Они проекты даже еще не разработали. Второй момент, обращаются снова же такие жители улицы Добровольной. 5500 населения. Люди хотят видеть у себя на округе амбулаторный центр. Потому что многие закреплены за больницами, которым идти нужно по этим катакомбам, только для того, чтобы взять номерок. Полдня туда, полдня назад. Но раз вы пообещали уже, вот тот же самый Вегера, тот же самый начальник управления капитального будивництва. Ну, если вы людям пообещали построить, ну, сдержите слово, ну, мужики вы или кто? В конце-то концов. Вот, я думаю, эти вопросы все будем поднимать. Кстати, ответственным лицом, насколько мне известно, именно за амбулаторный центр является ПАК Степан Яковлевич. Ну, Степан Яковлевич, я думаю, вы смотрите эфир. Ну, запишите себе до пятницы решить этот вопрос. Потому что в понедельник уже я приду с этими людьми к вам на прием. Ну, не выйду пока, проблемы... да, пока вы этот вопрос не начнете решать. Ну, 2 года прошло, сколько можно обещать? То же самое и по Нижнелепиховской. Ну, вы же посмотрите, ответ людям дают, что мы выделили, городская власть, 145 тысяч гривен на проведение санитарных заходов. Ну, вот же написан ответ. Прошло время, дети 145 тысяч растворилось, неизвестно. Проект никто не разрабатывает, никакие работы не проводят. Ну, вообще такое впечатление, как будто никому ничего не нужно. Вот цель одна. Как можно больше сейчас налупасить этих евродворов, снять сливки, потому что мы понимаем, что, наверное, все по завышенной стоимости делается. И все. А то, что будет завтра, послезавтра с сумами? Местную власть это вообще не волнует. Ну, мне вот как коренному сумчанину, ну, честно, вот, ну, неприятно это все наблюдать. Потому что я бы мог, естественно, уже давным-давно, как большая часть молодежи, уехать за границу, возможно, работать, в другой город переехать. Но я не хочу этого делать, потому что, ну, мне хочется жить в Сумах, мне нравится этот город. Ну, почему городская власть не может его поддерживать в должном состоянии? Почему я должен краснеть перед теми друзьями, которые приезжают в наш город? Они уже вообще считают наш город селом. И саме тому громадське об'єднання «Сумчани» займається проблемами міста і вирішують проблеми людей, замість того, щоб це робила міська влада. У нас уже залишається буквально хвилина часу до завершення ефіру. Впевнена, що багато наших глядачів сьогодні почули для себе чимало важливого, і навіть, може, когось ми приголомшили такими фактами. Наш час завершується, як я вже сказала, але я так бачу, що багато тем у вас не розкриті. Давайте хоча б... Да, много тем. Это... Просто хоча б перерахуємо, що ще можна вважати... важливыми да, проблемами нашего места. Это и земля атошникам. Вы же знаете, много анонсируется, что мы будем выделять землю атошникам. Ну, если бы я рассказал вам, как это делается, ну, честно говоря, ну, это тоже ну, час неприятно. Уже, час уже немає. Да, ну, очень много тем. Очень много. Я думаю, мы обязательно еще встретимся, обсудим эти вопросы. Ну, пользуясь случаем, можно я хотя бы обращусь к сумчанам? Ну, власне, відкритий ефір для того і є, щоб, якщо теми є і про них варто говорити, то я думаю, що ми ще не раз зустрінемось в цьому ефірі. Да, будь ласка, ваше звернення до сумчан. Уважаемые сумчане, ну, я думаю, что вы убедились в том, что власть и работа ее является неэффективной, иногда и преступной.
Ну давайте мы не будем безразличными к судьбе этого города, давайте как-то объединяться, потому что они будут воровать настолько, насколько мы будем позволять им это делать. Давайте все-таки как-то объединимся, присоединяйтесь все, хотя бы к нашей организации, сами по себе, но давайте улучшать жизнь в нашем городе, а не быть пассивными и просто идти и там, платить непонятным ЖЭКам за услуги, которые они не предоставляют. Надо бороться. Это прежде всего. Если мы будем все объединимся и будем бороться, то и город будет краще выглядеть. Потому что ну, если не мы, то кто? Дякую вам. На цьому ставимо крапку. Спасибі вам за цікаву, дійсно, таку фахову і фундаментальну інформацію. Нашим глядачам я говорю, що зараз у нас в ефірі випуск новин, а з паном Олександром, як він пообіцяв, ми ще зустрінемось в прямому ефірі і поговоримо про інші проблеми, які також варті того, щоб про них знали і їх все-таки вирішували. На цьому все. Залишайтесь на телеканалі АТВ.